another presentation of our dear friend and colleague, Dr. Christian Bordes from France and from Spain. Сейчас у нас будет еще одна презентация нашего дорогого друга, нашего коллеги Кристиана Бордеса из Испании. Hello, everybody. First, I want to thank Constantine and all his team to organize each year this Congress in St. Petersburg. It's an occasion for me to meet very interesting person and to change with everybody. So, во-первых, я хотел бы поблагодарить Константина Георгиевича за то, что он каждый год организовывает данный конгресс. Это прекрасная возможность для нас обменяться мнениями, пообщаться друг с другом. Ну и сказать, хотел бы сказать всем здравствуйте. So, this year I will speak about BioCor effect. BioCor, you know, is a very interesting device linked to Bioel device. And it allowed us to organize a sort of treatment, energetic treatment, with binaural sounds. И сегодня я хотел бы поговорить о биокоре и о результатах, которые достигаются при помощи биокора. Как вы знаете, этот прибор также связан с прибором Bioel, и он помогает нам улучшать наше состояние. So, what we are sure today is the first sentence that the tomorrow medicine will be informational. Что я сегодня хотел бы показать вам, это медицина завтрашнего дня, но она, эта медицина, которую мы будем в будущем иметь, она будет основана на информационном подходе. So we will see during this short speech how to optimize our energy and how to optimize our health in general. Я хотел бы рассказать вам, как мы можем оптимизировать наше здоровье с точки зрения энергии. So, this list is non-exhaustive list. Just some cases we have in office, and you can see this type of patients, this type of patients could be very better after the treatment with BioCor. Данный лист, данный список, который вы видите сейчас на экране, это, конечно же, не все перечисленные болезни, которые вообще в принципе имеются. Это то, с чем мы сталкивались в нашей клинике. Это то, с чем к нам приходили наши пациенты. So, you know, everybody, this picture coming from Constantine's speech, I like it because it show how we could be less and less efficient in the common life after stress. Данная картинка мне она очень понравилась, и она действительно показывает, что с каждым днем мы становимся все менее и менее продуктивными, эффективными в нашей работе. So everybody here knows the close link between stress and the endocrine system and nervous system. So when we are with a lot of stress in our mind, all our endocrine system has some perturbations, and the nervous system is going down, down every day. И все мы знаем, конечно же, что существует очень тесная связь между стрессами и нашей нервной и эндокринной системой. Чем больше в нашей жизни стресса, тем хуже и хуже функционирует наша нервная система, тем хуже она справляется с этим стрессом. So the regulation by chemical messengers is working very well, but step by step in the time, our energetic system and endocrine system is going down, and we are tired, and at the end we could have some disease more important. И постепенно, после подобного влияния стресса, наша нервная система работает все хуже и хуже, и мы перестаем эффективно функционировать. So, just a list of different symptoms and factors affected by the adrenal system when we are down stress. И я хотел бы показать небольшой список, некое перечисление тех факторов, которые
приводят нас к стрессу. And all these factors affect the adrenaline system in the body in each second. И все эти факторы воздействуют на нашу эндокринную систему и на все наши органы, все органы этой системы. For example, some people just after drinking coffee are changing totally the human energy field on the bioel. It's immediate. В том числе, просто после того, как люди выпивают чашечку кофе, мы видим совершенно другую картину при измерении нашим прибором BioWell. The same with bad alcohols, etc. Bad alcohol. То же самое после того, как люди выпивают алкоголь. Имеется в виду плохой алкоголь, то есть хороший ничего. Our autonomic nervous system is able to manage, but on the BioWell human energy field, you can see it in this zone, and this zone is very important for us. Я показываю сейчас зону, которая очень важна для нас. И вот как раз в этой зоне, на BioWell-поле, мы видим влияние. Наша автономная нервная система справляется, но мы уже можем наблюдать воздействие, которое оказывается. So, after a very long exposition to the cortisol production in our body, we have a lot of problems with patients. Essentially about the bones system, etc. We have osteoporosis. We have many, many problems in the deep of the body. И после того, как интенсивно производится кортизол в теле, мы видим, что нарушаются функции некоторых систем. Это приводит к разрушению костей, к остеопорозу и так далее. Excuse me. So, hormonal imbalances compromise not only physical health, but also psychological health. And that's the idea of the BioCor is to move the people from this stage of entropy in our mind, in the body, etc., to a better stage. And the response is very rapid and fast. И подобный гормональный дисбаланс приводит к нарушению нашего физического здоровья, но также к нарушению функции нашего психологического здоровья. И мы хотим, чтобы данная ситуация улучшалась, и это возможно. So here you can see a list of symptoms when we find in some patients, with some patients, some adrenal dysfunctions. The list is non-exhaustive, but you could have essentially this point in the majority of the cases. И здесь представлен список симптомов дисфункции надпочечников. Конечно же, это не полный лист, но основные вещи здесь перечислены. And in the same way, with stress and fear, we have a sort of negative circle coming to the disease at the end. Также под долговременным воздействием, при длительном стрессе, с левой стороны представлены проблемы, с которыми люди сталкиваются. Эти проблемы приводят в дальнейшем к заболеваниям. So now I propose to have a look on different measurements under a sort of stress stage in different cases of patients. Сейчас я хотел бы предложить вам рассмотреть различные случаи, с которыми мы сталкивались, различных пациентов под воздействием стресса. Evidently, this type of measurement are done without filter, you understand, but if we can see that on the scale of stress, it appears that the human energy field is totally break here, and it is without filter. Это без фильтра произведено, но мы видим, под каким сильным воздействием стресса находились данные пациенты в секторе, который я показал. So,
Another drawing showing the effect of cortisol stress and excess of cortisol in the body. It's interesting because you can see all the direction we could have in the side effects. Сейчас мы можем видеть побочные эффекты слишком большой выработки кортизола в организме. So the big interest with BioWell is to have an evaluation of sympathetic and parasympathetic balance, and on different scale we could estimate and evaluate the disbalance. Различным образом мы можем измерять этот дисбаланс на симпатический и парасимпатический дисбаланс. So, another example of disbalance, you can see on the panel balance a lot of highlighted colon and histograms, and you can see here the big disbalance between right and left side, you see, with very low energy here in diagram, and here a bigger energy. And you can see also a big disbalance on health statue here, big disbalance between right and left. Мы можем наблюдать большой дисбаланс между левой и правой частью, очень низкий уровень энергии слева и слишком высокий справа. So another example on the scale of stress, you can see that, and that is very high level of stress, and that is a normal level of stress. То есть снизу низкий уровень, нормальный уровень стресса 2.91, а выше слишком высокий уровень стресса. But for sure that generally when the stress is going down, the energy is coming up. Как правило, когда стресс снижается, увеличивается уровень энергии. So we will see three types of level of stress. For example, that is a normal level of energy without a lot of stress. It's a normal people like you, like me today, in good form. Сейчас мы рассмотрим три состояния стресса человека. Первый – это нормальный уровень стресса, такой, как у нас у всех сейчас. So, for example, the chakra position and diametras are totally top level because we are almost along the central line and with big diametras of chakras. Вы видите, что чакры все выровнены. Это очень хорошее состояние человека. For example, the second example is middle level of stress. It starts to be more complicated because we have a lot of holes in the human energy field. Здесь вы видите уже второй случай, средний уровень стресса. Уже ситуация похуже, значит, в биополе вы видите много как вот, дыр, проемов. And we can see that on the chakra position it's more complicated too, because we have a sort of crisis stage, because heart is more or less okay, this too, but the other are totally... disbalanced. В том числе и на чакрах мы можем наблюдать сейчас ту же самую картину. В области сердца, головы все более-менее нормально, остальное достаточно хаотично. So, and this case is a high level of stress. You see, the human energy field is totally out. Evidently, it's always without filter, because... As you know today, if you find one person in this stage with filter, call the hospital in the second. Сейчас вы видите третий случай, состояние повышенного стресса. Биополе практически совсем отсутствует. Это все снималось без фильтра, потому что если это снимать с фильтром, то надо сразу же вызывать неотложку и увозить человека в больницу. And in this case, I think that it's impossible to evaluate the diameter and the position of chakra because you see small points, because the system is unable to evaluate the really position of chakras. И вы видите, что система практически не способна измерить позицию реальную чакр. Она просто к этому не способна, поэтому увидеть реальную картину мы просто не можем.
So that was one of the last model of BioCor, one old model, but that was a patient in my office listening the music of BioCor. Вы видите пациента, который прослушивает музыку на биокоре. Это последний старый прибор биокор. And it's important to put this electrode transducer on the brain because the sounds are going through the ears and through the vibration are passing through the bones. И очень важно помещать электрод да, именно в эту часть. Звук проходит через уши, и важно, чтобы позиция была сохранена таким образом. Do not forget that this type of music is done absolutely for the person and at the moment through the server. It's totally specific sounds. And the positive effect of BioCor is coming from the difference of frequency because one ear and the other. Не забывайте, что это специфичная музыка, и эффект достигается именно разностью частотности. What happens? Excuse me. We were speaking about BioCor, but do not forget that the big interest of this device is also to inform water. The global treatment between sounds in the ear of patients and structured water informed by the frequency is much more efficient. I mean that if you drink the water informed by the BioCor device, more the sounds, you will have more effect, for sure. Мы говорили с вами о биокоре, но также я хотела бы затронуть тему структурированной воды и воздействия данного прибора на воду. Сказать, что пить данную воду очень полезно после того, как на нее было оказано воздействие при помощи биокора. In my office, to optimize the results with the water of BioCor, first, I keep the water from a special system from Russian technology at the start, but moved by French doctors. В моей лаборатории я использую оборудование российского производства, но модифицированное французскими учеными. Yeah. And this system, VodaFlor, or Voda, is a very specific system with vortex and scalar wave, etc. We obtain special water at the top level of energy, and after I inform by the BioCor. Мы используем систему, которая называется VodaFlor. Это в результате получается вода с высоким уровнем энергии, и далее я еще воздействую на эту воду при помощи биокора. So the picture I will show you just after are coming. After drinking a glass of water, the measurement, the first one was done, for example, now, and the second one was done 2 minutes later. Я вам покажу, какой был эффект после того, как человек выпил просто один стакан подобной воды. Первое измерение было произведено сначала, до того, как человек попил воду, и второе, допустим, через 2 минуты. And the picture you see just after, you will see just after, are not under the influence of BioCor device. It's just to show you the efficiency of this system before informing with BioCor. И первая картинка, которую я вам покажу, это еще до воздействия при помощи биокора, просто после вот этой водички. We have done these studies with the doctor Landecham from France. He was doing a lecture in a SES Congress many years ago. And you can see here one person, you see, just before and 2 minutes after drinking this water, without BioCor effect, just before informing with the BioCor.
Мы проводили исследование вместе с доктором Аленом Дешаром, который присутствовал на конгрессе несколько лет назад. И вы видите испытуемого до того, как он попил воду слева, и после, через две минуты. The first time I saw that was a quite big surprise for me because it was totally new for me to see a very so fast effect drinking water. Я был шокирован, когда увидел впервые данный результат, просто после того, как человек попил воду. So next example you can see, it's a little bit different, the chakras are here, very small diameters, etc. And 2 minutes later, И опять же, слева картинка до эксперимента, справа через 2 минуты после того, как человек попил эту структурированную воду. And one of the best example is the next one. Look. И один из самых лучших примеров это следующий пример, который мы увидим. This example. See the diameters of chakras. Вы можете наблюдать позицию, которую занимают чакры. And 2 minutes after. И 2 минуты после. So, and after I inform with the specific frequencies for the patient with BioCor. И затем мы провели воздействие при помощи биокора. For example, one human energy field before and after BioCor. Опять же, две картинки до и после, через 9 минут после воздействия. But it is just an example. We can do much better than that. Но мы можем достигать гораздо более высоких результатов. So another example of this person with a level of stress very Вы high. Видите уровень стресса сверху. And you see the stress is going down very fast. И он быстро снижается. And the energy and balance is going up very fast too. И, соответственно, энергия повышается очень быстро, в том числе. So. That is just after 2 sessions of BioCor. The first case is the patient, the day number one. Day number один. Day number two. День and the два. Third day. И третий день. So you can see also the level of stress going down and the energy and balance going up. Вы видите, что уровень стресса снижается, уровень энергии и баланса повышается. So another example by a woman before and after BioCor session. You can see here the results. It's more evident than the last one. Здесь более очевидные результаты мы можем видеть, чем в предыдущих случаях. Это была испытуемая женщина. So in this case, the woman had a very top level of stress at the start and. 9 minutes after, it was very down, very normal. Уже через 9 минут результаты были очень хорошими. Уровень стресса снизился очень быстро и очень сильно. До этого уровень стресса был очень высокий. And you can see also that the increase of energy, balance, and balance of organ is in proportion with the stress going down, all is going up on this side. И пропорционально снижению стресса увеличивалась энергия и равновесие, баланс органов. So the big interest, you know, today of the BioWell is to be able to give the patients a sort of very complete and full report on the measurement. They could have at home the result of human energy field modifications. They could have the level of stress in life showing before and after the BioCor session. The very important thing for me is this type of report because we could see here that the sympathetic and parasympathetic nervous system is much more in balance here just after the session. Мы знаем, что сейчас отчеты, которые мы можем видеть в нашей системе, в нашем софте, очень полные, очень информативные. Пациенты сами могут абсолютно
полностью видеть всю информацию состояния энергии, стресса, баланса и баланс энергии, то есть слева третий график, он очень важен для нас. Мы там видим симпатическую и парасимпатическую нервную систему. And do not forget that the sympathetic and parasympathetic balance is correlated to the future health of the patients and in long term. И мы должны помнить о том, что симпатический и парасимпатический баланс связаны тесно с будущим здоровьем человека. So I will introduce you a very interesting book written about electrophotonic by my colleague, the doctor Florence Pousset from France. She is a PhD in neuroimmunology, and it is her website down. If you want to order the book, because in few time, in some weeks, this book will be translated in French. The title is From Visible to Invisible. Я хотел бы представить вам очень интересную книгу своей коллеги, доктора Флоренс Пусе. У этого доктора PhD в нейроиммунологии, и вы видите внизу сайт. В ближайшее время эта книга будет переведена. Называется «Из видимого в невидимое». The big interest of this book is she has done a lot of data during a study with BioCor, with hypnosis, etc. Что интересно, она проводила очень много экспериментов с биокором. And her colleague Christian Mao from France too is a hypnotherapist, therapist, and author too from the from a book for a special book about evolutive hypnosis. И также еще один коллега, о котором я хотела бы сказать, это Кристиан Монокс. Он занимался химиотерапией и также проводил подобные эксперименты. During this experimentation, the both are mixing BioCor effect before hypnosis, and you can see the results before and after on the different scales. И также мы можем видеть измерения, которые проводились при помощи биокора до воздействия на человека терапией и после. So the same for chakras, you see, for example, the patient, April, June, August, the evolution is in the good sense. You see, before that was a stage of crisis here, and after, step by step, we are going in the normal zone. Также мы можем наблюдать ту же самую картину улучшения на чакрах. С апреля по август были выполнены данные снимки и происходило поэтапное улучшение. So this study is very interesting because we have 59 participants, you see, with 257 data, and you can see the results in the time with this population. You see the result is really interesting, and you will see later. Excuse me. Thank you. Очень интересно то, что здесь у нас участвовало 59 пациентов, из них 12 женщин, 12 мужчин, 47 женщин, и вы можете наблюдать здесь на этой шкале результаты. So here you can see the effect of BioCor plus hypnosis. You see with здесь the introduction. Результаты воздействия биокора и гипноза. We speak about unconscious gate and after the evolution of the patient to the exit. Опять же, мы можем наблюдать улучшение состояния пациента. That is a measurement of entropy level. Уровень энтропии здесь измерен и указан. So the same in a over way you can see the evolution. Здесь также вы можете наблюдать улучшение. And you have an over result after the impact of the session, before, after. Excuse me, I wasn't able to translate on the slide. Before, after, and you see the level of stress going down. Слева состояние до, справа состояние после.
это стресс, то, что мы можем здесь видеть. So the same with the impact with different therapies on different part of the body: hypophysis, the spine, the balance, balance of organ, balance of neuroendocrine system, hypothalamus and spleen. Здесь на следующем слайде показано по органам развития ситуации: гипофиз, в том числе равновесие, позвоночник, баланс органов, баланс эндокринной системы, гипоталамус. So, just to show you effect by pathology, you can see here the effect with depression, stress, cancer, fibromyalgia, spondylarthrite, inflammatory disease, articulation, insomnia, and over. На этой картинке показаны те патологии, над которыми мы работали, чтобы они ушли. Депрессия, стресс, также такие факторы, как раковые заболевания, воспаление, артрит, острые заболевания, предпоследнее – это бессонница. Over cases. Все случаи. Yeah. So, все другие случаи. So now my advice to you, because a lot of you are using, I think and I hope, BioCor, how to prolongate BioCor effect. А сейчас небольшой совет. Я думаю, что многие из вас, я надеюсь на это, используют BioCor. Мой совет. We were working during more than 1 year with biologists, medical doctors, and researchers to arrive to this result of research by algorithm. Мы долгое время работали с большой командой специалистов, докторов, психологов, технических специалистов всех. And you can see in the book of Constantine, The Last One, Energy of Health, at the page of 105, the link to have the website to search your supplements. На странице 105 в книге Константина Георгиевича «Энергия здоровья» вы можете найти простой протокол. My advice is to doing the measurement without first every time, but with filter to search the supplement. Why? Because without filter, imagine if the person has a big disbalance at the level emotional, you will have a very bad results, and the algorithm will find a lot of products. You understand? When you search with algorithm the supplement, you could have a big list of products, because the person is in disbalance. Mm-hmm. Better to check with filter to search the supplement. Mm-hmm. То есть есть два варианта, как можно проводить измерения: с фильтрами и без фильтров. И конкретно измерения вместе с фильтром, они более конкретную ситуацию помогают проверить. So, you know, everybody knows the last book. Very interesting, because a lot of clinic cases in color, in like if you are in front of your computer. И, наверное, все знают последнюю книгу «Энергия здоровья». Там рассмотрено очень большое количество случаев. Это очень интересно. В цвете все показано подробно. So, just to show you, we are 50 products in this sort of checklist of supplements, and you can find them with NutriBioWell. You will find the logo of BioWell, this logo. And when you click on the logo, the website asks you load a folder, and you have a process. It's very easy to proceed. Да, я хотела бы показать наши добавки и веб-сайт, на котором вы можете все найти. Здесь вы можете видеть логотип BioWell. Ну и на веб-сайте тоже все очень просто. Нужно просто нажать на этот логотип, и вы сможете дальше работать очень просто.
So, just another case before letting back the picture, you see the epiphysis zone in this finger. The person was bad, she sleep bad, etc. And I tried a treatment with a special product. Здесь вы можете увидеть еще один случай, который я хотела бы рассмотреть. Данный пациент страдал бессонницей, у него были очень серьезные проблемы. I proposed to this patient just a spray under the mouth, and 10 seconds after, I will show you the picture. Look, please, this place, this location. Обратите внимание на данную зону. Я предложил пациенту воспользоваться одним из наших препаратов и просто побрызгать в данной зоне. И еще раз посмотрите вот на эту картинку. 10 секундами look. Позже. 10 seconds later. Всего через 10 секунд это произошло. So the product is a sort of a bottle, small bottle like this. It's a spray, and the treatment is for 3 months. And step by step, the epiphysis level is working and working well each day better. Ну, это небольшая такая бутылочка, спрей, которая очень быстро улучшает состояние человека. So if needed to try with patients or with you, you can order this product on this website. И на этом веб-сайте вы можете найти данный продукт, заказать его там. So another test we are doing with our patients is to see the position and the agglutination of red cells seen by a microscope with a black background. Здесь вы можете еще увидеть некоторые эксперименты, которые мы проводим. И под микроскопом были рассмотрены подобные картинки. And here you can see the red cells in sort of agglutination, very closer. And here, just after the grounding we do to prolongate the effect of BioCor, we have a stable situation for red cells in the plasma. То есть здесь еще раз показаны результаты после воздействия биокора. Сначала красные клетки были очень близко друг к другу, затем ситуация стабилизировалась. So we put the patient on a sort of mattress, on the seat or in the bed, and it stay like this, it pass from this to this in 5 minutes exactly. Мы человека положили на специальный матрас. Небольшое количество времени он на нем оставался, и ситуация постепенно улучшилась, и мы это видим в качестве перехода с верхней картинки на нижнюю. We have in Switzerland the proof by the federation of the people who are giving the blood, you know? I don't know the word in English for Switzerland. We have the proof that we have a direct link between a vascular accident in the brain and the use of mobile phone every time and too much, you see. And the agglutination of red cells is giving a sort of problem in the small vessels. It's logic. Да, сегодня мы уже говорили о воздействии мобильных телефонов, о негативном, и они также влияют на клетки, то, что они становятся слишком близкими друг к другу, как бы слипаются, да? And I will do a conference the 5th of October in Switzerland on this topic and autism, because we know that autism is linked by vaccination, alimentation and waves. Yeah, yeah, I да, will, я I в октябре тоже буду на, этой, yeah, на этом конгрессе. I will do a conference in Switzerland about this topic. И в Швейцарии я тоже буду выступать на эту тему в октябре. So, what is the effect of grounding? You see, earthing in English. So, you can see it just a list, but non-exhaustive list, and that is true because each day I see the results of earthing. Какие же эффекты заземления мы можем перечислить? Каждый день я вижу подобные результаты и подобные эффекты. So, more this problem of grounding, earthing, you know, Elizabeth was telling about that just before me.
We have today a lot of contamination, a lot of pollution coming from the electrosmog. And the worst today will be the 5G and the new meters. We have a proof with you. The new meters are a disaster from some of the people. The more sensible are going totally in full disease just after the new meters. And the French engineer has done research about that. What is new meters? New meters is to meter your consumption in electricity at home. Smart meter, you know. Мы уже говорили в предыдущем докладе, Элизабет говорила о тех загрязнениях, которые у нас сегодня присутствуют в окружающем мире. Самое худшее — это 5G, то, что мы имеем на данный момент, и эти новые измерительные какие-то приборы, смарт-приборы — это самое худшее, что у нас сейчас есть, и что негативным образом на нас, на всех влияет. And this system is incredibly efficient because when we put that at the entry of the electricity of the house or the apartment, we blocked all the dirty electricity. It's very, very efficient. Second point, we blocked the side effects of these new meters. Mm-hmm. And third effect, if you have some hackers around your place, they cannot come in your computer through the current. Та система, которую я сейчас показываю, она очень эффективна в защите против всех этих смарт-приборов, которые нас сегодня окружают. And it's a very non-expensive device because it's around, I don't remember, around 300 euros. You have that for the life. 300. Около 300 евро стоит эта система. Это очень недорого. Around. So, just to finish before letting the speech to the next one, you know, since 2 years I teach in the famous University of Madrid, and we are preparing with Constantine a very interesting session for the people who want to improve the knowledge in this way of electrophotonic and bioenergology. Как некоторые из вас знают, я уже какое-то количество времени, несколько лет преподаю в Мадридском университете. Мы проводим очень интересные занятия для студентов, которые хотели бы повышать уровень своих знаний в области, в электрофотонной области. I think that almost starting end of October or more clear, November, we could start the formation by webinars, and you will have online Constantine explaining you 2 times per month different topics linked to the electrophotonics, the energy, etc. And you can learn during six months 12 webinars by your office without moving. И где-то примерно в конце октября, начале ноября появится такая новая возможность. Мы будем проводить вебинары. Константин Георгиевич будет проводить эти вебинары. То есть не выходя из своего офиса, вы сможете в них поучаствовать. And after all these 12 webinars, you could come, please, in Madrid to pass the final exam to have a certificate coming from the university. И того планируется провести 12 вебинаров. После этого вы можете приехать в университет в Мадрид и сдать финальный экзамен. So, in conclusion, you can see that in this small speech, BioCor allowed us to manage rarely the problem of stress by the people, and a lot of other problems like pain, like insomnia, etc. В заключение хотел бы сказать, что BioCor, конечно же, помогает нам бороться с большим количеством проблем, связанных с нашим организмом, с нашей энергетической системой и побочных проблем, в том числе бессонница и других. So, and again, thanks to Constantine and all his team, very efficient team, to organize all this technology through the world, because it's so interesting and very efficient each day, and each day better, because we have
experience, and we know the faster way to help the patients. И еще раз в заключение хотел бы сказать большое спасибо Константину Георгиевичу и всей команде за то, что у нас есть эта технология, за то, что вы ее поддерживаете постоянно, и за то, что мы все время развиваемся, у нас все больше и больше опыта, и мы можем делать это все лучше и лучше. So, and if you need some information more after my speech, you can write me here. I have some professional card on me, but it is my official and direct email, and you can write here without problem to have some information more. Если у вас остались ко мне какие-то вопросы, вот мой электронный адрес, пожалуйста, пишите мне, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Thanks for listening, and thanks to you, Irina. You're welcome. Yeah, thank you, Christian. And you know that Christian, he is not only good researcher, but he is excellent doctor, excellent doctor. Ну и вот Христиан, это наш не только наш друг и наш помощник, но он еще блестящий доктор. Okay.